Всем привет из Черногории, из города Будва. Хочу поделиться с вами красивым закатом. Итак, вкратце рассказать, что сейчас происходит в Черногории. Ну что, сейчас декабрь, скоро Новый год. В магазинах стоят всякие елки. Люди тоже елки в домах ставят, там где-то елочки. В принципе, несколько дней назад опять лили дожди, на улицу было толком не выйти, было довольно-таки холодно и дождливо, но сегодня довольно-таки теплый день и можно было хорошо погулять. Конечно, когда тут дожди, тут очень темно, темнеет тут пол 5, то есть в 4:30 тут уже прям ночь. И, конечно, кажется, что слишком короткий день, и все такое темное, такое депрессивное немножко. Но сегодня вот солнышко, красивый закат. Все спокойно, цены вроде держатся пока обычные. Люди приезжают, но уже так, поменьше. Ну, все готовятся к Новому году, что никаких каких-то там изменений абсолютно не наблюдается. Короче, все пока спокойно, прям тишина. Мне кажется, до Нового года, до января тут, ну, вряд ли будут какие-то изменения. Все такое застывшее. Люди ходят, радуются жизни, гуляют, наслаждаются. Что еще делать? Закаты тут, конечно, потрясающие. Там было, там какие-то дети где-то, или что-то вдалеке. Много, конечно, тут русскоязычных людей в этом городе. Прям идешь, такое ощущение, будто ты где-то в России. Не знаю, где они все работают, что они все делают. Ну, люди приезжают сюда. Кто-то айтишник, кто-то там ищет работу в чатах. Все предлагают свои какие-то услуги. Репетиторы, массажисты и прочее. Грузчики. Кого только нет, короче. Ну, Будва довольно дорогой город, я, короче, понял для себя. Поэтому... кто хочет что-то подешевле взять, надо ехать в бар, наверное. Кстати говоря, очень хороший город. Либо бар, либо Подгорица все-таки. А, там есть железнодорожное сообщение. Можно спокойно ездить в Сербию. Вот, я, может быть, потом эти города выберу. Ну, а пока решил тут пожить. В Будве. Думайте, изучайте информацию. Я вот сейчас занимаюсь над... ну, короче, работаю созданием нескольких гайдов. Вот, буду их продавать. Первый гайд прям по полочкам, как переехать в Черногорию. Максимально подробный. Потому что, ну, люди все как бы там... какие-то записывают ролики, оно все по кусочкам, по кусочкам. И когда я сам ехал, не было какой-то вот единой информации такой, что, как, куда делать. Ну, типа, знаете, четких алгоритм действий, что вот делай так-то, так-то, и ты попадешь из пункта А в пункт Б, чтобы, типа, без косяков, без проблем. И также маленький гайд будет, как правильно выбрать квартиру, потому что я вот смотрел несколько вариантов. И, короче, чуть не выбрал себе плохую квартиру. То есть много есть нюансов, на которые нужно обращать. И то, в этой квартире тоже есть свои косяки, которые... спецкамера в айфоне, конечно, странно работает. Очень странно. То есть вот, нажимаешь фокус на город, нажимаешь фокус на закат, он меняется. В общем, ладно. Удачи вам всем, пока.